В областном центре состоялся региональный конкурс «Выставка. Лучший товар Казахстана». В традиционном мероприятии приняли участие порядка 90 акмолинских производителей. Ими представлена продукция пищевой и легкой промышленности, машиностроения, строительной индустрии. Подробнее расскажет моя коллега Зарина Беккалиева. От свечей до кирпичей были представлены в развернутом палаточном городке на площади Тәуелсіздік. Посетители выставки могли приобрести продукты питания и другие изделия по ценам ниже рыночных. Некоторые из компаний впервые приняли участие в данном конкурсе. Мы представляем бутилированную воду «Джилайф». Мы приехали с Кургалжинского района, село Сабынды. Наше производство находится там. Сегодняшняя выставка была нам очень полезна в плане опыта, в плане обмена контактов. Мы первый раз участвуем на подобного рода выставке. Наша продукция – это йогуртовая закваска. На сегодня это первая такая продукция в Казахстане. До этого такого в стране не было. Отечественный продукт. Он очень доступен, каждый может приобрести и сделать йогурт самостоятельно. Впервые в истории проведения конкурса организована выставка «Одно село, один продукт», на которой представлена уникальная и самобытная продукция акмолинских производителей. Она является одним из базовых направлений инструмента «Минкәсіпкер», реализуемого в стране с 2023 года в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Аким области Ермек Маржикпаев ознакомился с выставкой, а также отметил, что важным показателем регионального сектора экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Всесторонняя поддержка предпринимательства. С каждым годом число ее участников только растет. Мы свидетели сегодня. Замечательная выставка. Очень много компаний, которые здесь представлены. Ведь это прекрасная возможность заявить о себе. Хочу отметить, что основные показатели субъектов предпринимательства с каждым годом только улучшаются. Вы об этом прекрасно знаете. Так, на сегодняшний день в сфере малого и среднего бизнеса области занято более 140 тысяч человек. По итогам конкурсного отбора определены победители по трем номинациям. В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лидерами стали товарищества SG Brick, Азиафильтр, Макинский завод теплоизоляции. В номинации «Лучший товар для населения» ИП Забарный, ИП Алихан, ТОО «Трикотажное предприятие Арман». В номинации «Лучшие товары продовольственного назначения» определены ТОО «Гормолзавод», ИП Андрющенко, ТОО «Бахозёне». Победители регионального конкурса примут участие в республиканском этапе «Лучший товар Казахстана», который состоится в конце этого года в столице. Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Жамбыл Балтаев, Кокши, Ахпарат.